На второй нам принесли вот мне рыбку. Тони принесли лазанью, итальянское блюдо. И Аллочке принесли... Не стейк, но что-то на стейк оно не похоже. Но все равно красиво. Не стейк. Но все равно красиво. Следующий будет дезерт. Это аппетайзер. Это аппетайзер у Тони. Это копченый сэмон, одна креветочка, и что это такое, не знаю. А это какой-то соус. Ладно, все, ждем лобстер. Блюдо на сегодня. Сегодня 14 марта 2013 год. Уже половина девятого вечера, и даже больше, наверное. А мы все сидим в ресторане. Все никак не уйдем. Вот рис немножко, вот этот хвост лобстера. Вот это представь, ну, ты пропустила бы сегодня лобстер. Я так не хотела идти в ресторан. Я говорю, я уже не могу, ну куда столько есть. Вот это масло, которое, конечно, трогать не буду. Это вообще, нас на убой здесь, нас кормят на убой. А где Тони? Ну я уже разломалась. Ой, король. Приятного аппетита. Бон аппетит. Приятного аппетита. Показывали фокус, и Тони расстроился.